Автодор приехал в гости к Зеленогуре, чтобы прервать серию из 6 поражений. Райан Болтрайт знает, как обыгрывать соперника один в один. Замечательный проход американца. А эту блестящую по задумке атаку гостей остановил Джордж Кинг. Воу, вот это блок! Одним из главных сюрпризов матча стал момент с участием Марселя Понитки. Защитник Зеленогуры мощно вколотил мяч сверху с двух рук в быстром отрыве. Фантастика! Самым результативным игроком встречи стал Джо Томасон. Американец записал на свой счет 19 очков, забив 7 из 10 с игры. Первую половину эффектно закрыл Маркел Старкс. Пара обманных движений и точный выстрел из-за дуги. Третья четверть получилась богатой на блокшоты, а эффектнее всего своих оппонентов остановили Джо Томасон и Никита Михайловский. А в этом моменте Михайловский отличился уже на чужой половине, выдав шикарный пас на Джайте. Джордж Кинг в этом матче чаще остальных попадал из-за дуги. У него 4 точных трехочковых при 6 попытках. Соскучились по мощным блокам? Тогда держите! Айзек Хикс в главной роли! Трехочковый Райана Болтрайта за минуту до конца основного времени сократил разрыв до 4 очков. Но чудо все-таки не случилось. Зеленогура одержала 7-ю победу в сезоне и вернулась в зону плей-офф. 98-91.